Антон. Добрый. Победитель первого турнира в рамках ЕПТ Черногория. Вчерашнего турнира по 330 евро. Расскажи немножко о турнире и вообще, как тебе Черногория, как тебе Splendid? Ну, Splendid я уже здесь четвертый раз. Здорово, кстати, еще раз, Пакс. А Черногория как Splendid, отлично, погода прекрасная. Составы вот тоже сладенькие. Народ бы тут чуть побольше, но я думаю, сейчас подъедет побольше, подтягивается народ. Соответственно, турнир. Просто вечером после этого двухдневного турнира сел поиграть со всеми, так за компанию, потому что турнир не пакетный. Поиграл, много слабых игроков. Пару раз снизу людей ушатывал. Ну и удалось первое место выиграть. 16 боинов, отлично. Слабые игроки, это из России, из Турции, да, или местные сербы? Да, отсюда. Они здесь вообще почти никто играть не умеет. Но при этом там из 100 человек я заметил около там, не знаю, ну, 80 регуляров, которые, ну, офлайн, да, регуляры. А в целом это довольно интернациональный состав, как по мне. Особенно по сравнению с Сочи, когда только русская речь, тут ее практически не слышно. Да, да. Чем меньше, в принципе, русская речь, тем слабее состав на таких сериях, потому что все игроки, которые играют более-менее прилично, или у кого-то, ну, с деньгами нормально, они все на ФСОПе сейчас и на сериях там покер. Еще из серии. То есть поэтому здесь состав собрался из чисто любителей, кто приехал. А почему ты не на ФСОПе? Потому что мне жалко денег. У меня, к сожалению, сейчас не... траты произошли, точнее, такие займы, скажем так, необходимые. И банкрот такой, что ехать можно только продавая. А продавать долю я не хочу. А на мейн-эвент путевку на пати-покере затащил уже, нет? Нет, даже не играл с этой элиты. Сейчас воскресенье, это когда? Послезавтра или завтра, да? Будет гарантия 20 путевок. Ну, если на планшет можно будет поставить пати-покер, то тогда, конечно, сыграю, наверное. Почему нет? А так, в принципе, я не играл. А после того, как закончились серии, все фесты, скупы, Excel, 21 мая, я ни разу не садился с того дня. Ну что ж, неплохое, конечно, начало. Под речком, так все хорошо. Желаю тебе удачи. Спасибо тебе тоже. Сойдет? Вообще шикарно.